тусим! Айзек? Блин, привет! Привет, Сара! Как делишки? Привет, да ничего. Хорошо, отлично. Как вечерок? Все клево? Ты такой потный. Тут жарко. Я потею по традиции, мы носим свитеры. Конечно, я не всегда ношу свитер, в помещении обычно снимаю, но друзьям было бы обидно. Ты говоришь быстро, как ведущий аукциона. Да? Забавно. Продано! Страшновато. Прости, не хотел тебя напугать. Раз и продано! О, боже. Зря ты это сказала. Теперь лишь об этом и думаю. Выпьем? Ну ладно, давай. Давай выпьем. Отлично. Сейчас я вернусь. Спасибо. Бетти сказала, что ты обо мне спрашивала. Это ложь? Да. Ну вот, Бетти никогда бы не сказала что-то, что хоть отдаленно это напоминает. Как твоя семья? Ты спрашиваешь о моей семье, но это... Прости, это невероятно. Кто ты вообще? Я это заслужил. У моей семьи все хорошо, спасибо, что спросил. Ты обычно с ними в канун Рождества, разве нет? Да, я остановилась у них, но иду на вечеринку с Сарой. На какую? Это... Ладно... Она встречается с парнем, и он списал нас на вечеринку. Ты всегда хотел туда попасть. Обалдеть! Наболтал щелкунчика? Да, прости. Круто, мы тоже идем. Да? Невероятно, да? Ваше последнее Рождество, вы попадете на тупую тусовку, о которой давно мечтали. Кого приведешь? На тусовку? На тупую тусовку? Какого-нибудь парня? Я? Да, я возьму с собой двух парней, с которыми ходила на свидание. У них огромные члены. Невероятно большие, как будто... искусственная. У меня была девушка с огромной вагиной. Да? Да, хотя не уверен, что это плюс. Надеюсь, вагина этой милой девушки не так велика, как моя. Нет, твоя вагина... больше всех. Пам-пападам. Да. Большое спасибо, очень благодарен.